контакт. Полная, как ее... А, проверка! Перед стартом корабля. Запас еды на 103 дня. Повторите полетное задание, помощник капитана Тучка. Полететь очень далеко и открыть новые цивилизации. И установить контакт с инопланетянами. Верно! Помощник помощника капитана Лисичка. Новое задание. Заправить ракету. Раз-раз. Итак, продолжаем проверку систем корабля. Например, работает ли вот эта кнопка пуск? Тучка, мы же ракету не заправили! Упс, сломалась, как в прошлый раз. И как в позапрошлый. Да, дома как-то у нас не очень выходят. Но жить-то нам где-то надо. Надо. Тогда продолжаем строить. Давай теперь начнем строить с крыши. Ух ты! Вот это скорость! Раз, и я уже на другом конце вселенной! Включаю бортовой дневник. Так, вижу деревья, очень напоминающие наши деревья. Наблюдаю дикое племя туземцев. Пытаюсь установить контакт. Приветствую вас! Я Иннокентий. Прилетел к вам с планеты Земля. Как? Кажется, они меня не понимают. Попробую другой подход. Что это с ним? Не знаю. Наверное, он нас за инопланетян принял. Попробую установить с туземцами пищевой контакт. Здорово! Этот лес мне все больше нравится. А мы не будем ему говорить, что мы не инопланетяне? Конечно, скажем, но чуть позже. Кажется, инопланетяне строят хижину. Я на планете Земля известный изобретатель. Что хочешь, построю. Подарок от землян! Пользуйтесь! Что это? А! У нас на Земле это называется телевизор! Туземцы хотят бассейн. Кеша, ну наконец-то мы тебя нашли. Мы так за тебя волновались. Ой, здравствуйте. Спасибо, что вы нашего Кешу нашли. Я Лисичка, а это Тучка. А это наш Кеша. Саня. Соня. Очень рады знакомству. У вас прекрасный лес, и мы тут останемся. Продолжим контакт. То есть вы не инопланетяне? Это вы что? Меня дурачили все время? Ну вот, доигрались. Бежим. Кеша, прости нас. У нас плохо дома получаются. И жить нам негде. А ты такой добрый. Изобретательный. Ой, Кеша, а мне их жалко. Пусть остаются. К тому же это твое открытие. Енотов в нашем лесу еще никто не встречал до тебя. Да? Ну ладно, пусть остаются. Домик я вам дарю, но бассейн строить не буду. Спасибо, нет проблем. Да, бассейн это ерунда. Вот аквапарк. Аквапарк? А что, аквапарк я могу. Для справки, на планете Земля я лучше всех строю аквапарки.
ля-ля-ля-ля. Вместе песенки поют и читают книжки. Ля-ля-ля-ля. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ля-ля-ля-ля. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Цыпа почтальон. Теперь мне нужен Тучкин бумеранг. Привет! Ой, а это еще что за чучело? Одолжи мне свой бумеранг. Это не чучело, а лисичка с очком. Вот, бери. Спасибо. Ну, я пошел. Ну вот, краска закончилась. Надо у Кеши попросить. Кеша, одолжи мне немного краски. Спасибо. Может, тебе что-нибудь занести в следующий раз? Не, у меня есть все, что нужно. Тучка, мне нужен лед. Кеша, мне нужен клей. Твой гонг. Твои ножницы. Лейка, насос. Тучка, вот твоя лейка. Что-то мне надоело бегать туда-сюда. Ага, мне тоже. А давай сделаем почту. Точно, Тучинцы! А почтальоном у нас будет... будет Цыпа! Так, Цыпа, давай вези посылку к Тучке! Кеша, кажется, сработало! Не сработало! Да... Тут нужна серьезная тренировка. Молодец, Цыпа. Все, ты теперь готов быть настоящим почтальоном. Цыпа, достань эту посылку Тучке! О, Цыпа! Давай вместе ловить стрекоз! Цыпа, ты куда? Ну ничего, сейчас они у нас сами побегают. Да, лисичка, а что это с ним? Что, не видите? Цыпа заболел. Здорово, и что нам теперь делать? Как это что? Лечись. Так, мне нужны чай, горячая вода, лимон и мята. О, ну это легко. Цыпа, принеси-ка нам чай, лимон. Кеша, ты что? Так, мальчики, а ну-ка быстренько сами принесли мне все, что нужно. Хе, поверили. Ну что, Цыпа, пусть они теперь сами побудут почтальонами. А теперь грелку, еще чай и подушки. Больше подушек. И плед, и еще плед, и пряники, и книжку про стрекоз. Кеша, я вот что подумал. А давай сделаем почтальоном твоего...
твою напоминалку. Ну где вы там? Быстрее! Мишки на льду. Все-таки какой же у нас классный каток. Ну, во что играть будем? Конечно, в хоккей! Лисичка, ты чего? Мы же в хоккей играем. Фигурное катание нравится больше. Не-не, фигурное катание какое-то скучное. А хоккей ваш какой-то грубый. Играйте сами без меня. Без тебя нельзя. Надо, чтобы двое на двое. Ну хорошо, давай сначала играем в твое фигурное катание, а потом в наш хоккей. Ну ладно, я согласна. Отлично! Ради хоккея мы готовы на все! Даже на фигурное катание! На льду знаменитая пара! Цыпа и лисичка! А сейчас тройной, четверной, мегасложный тулуп-тулуп! Вот так! А теперь оценки судей! Лисичка! А где остальные оценки? У нас тут только 10 баллов. А мне меньше и не надо. И первое место достается мне. Мне теперь можно вручить кубок. Лисичка, это ерунда какая-то. Мы с Тучкой что-нибудь придумаем. Правда? Только я хочу, чтобы свет и музыка, и чтобы платье с блестками. Сейчас все будет. Лисичка! Мы тебе целое выступление придумали! Значит так, вот что нам надо! Ну как, Цыпа? Да! Ага! Классно придумал! Кеша, я знаю. Ай! Ну, вроде готово. Спасибо большое, мальчики! Было здорово! Классно покатались! Ну что, теперь в хоккей? Как?
прямо сейчас? За кого мне играть, а? Лисичка, мы же это... пирамидку с тобой не отработали. Да, да. И этот, как его, тройной тулуп у Кеши тоже не очень. А как же хоккей? А давай так, еще немного играем в фигурное катание, а потом это, твой хоккей. Ну хорошо. Thank you.